Живописный поселок Ломы в Ульяновском районе, как оказалось, таит в себе много нерешенных проблем. Выяснилось это в ходе рабочей поездки председателя правительства. Александр Смекалин провел прием граждан, где пообщался с местным населением и попытался решить ряд возникших проблем. Например, фельдшерско-акушерский пункт в поселке без нормального ремонта и удобств. Довести сюда трубы не лень, а вот сделать стыковку с краном – это уже целая проблема. Тут полностью все нужно по новому, все это краном подсоединять, разводку делать тут. А что разводку-то делать? Делов надо сделать. Час максимум. Система отопления, горячей воды и туалета в месте, где должна оказываться медицинская помощь, просто не оказались. Не приносит радости и совсем обветшалый сельский клуб. Чтобы положить конец разрухе и привести учреждение в нормальный вид, правительство забирает объекты под свою опеку. Вопрос воды, поскольку я понимаю, завести ее завели, не подключили. Сегодня подключим, построить, звоните, отправляйте, пускай приезжает, соответственно, подключает, чтобы нормально было. По отоплению до конца лета мы решили. Да. Соответственно, котел поставим. Да? Потому что я знаю, что зимой отопление вы. Ну понятно, вы электричеством тут разоритесь топиться. Посовещавшись, ломовчане решили объединить ФАП и сельский клуб в одном здании. Так и ухаживать легче, да и центр получится многофункциональным и удобным. На встрече обсудили и другие вопросы – проведение качественного интернета, организацию выездной торговли и новый автобусный рейс из Ульяновского Ломы. Для улучшения условий жизни одной активности граждан и правительственных средств недостаточно. Руководителям на местах пора заняться прямыми обязанностями. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.